नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापनाशनम प्रणाम दुख शमनम त्वं नमामि हरिं परम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो सोत्प्रेक्षकवादिमो धनी धनी जो अव्यक्त जीवेश्वरो जो सृष्टेदमनु प्रविष्ट ऋषिना चक्रे पुरः शास्तिता यं संपद यहातु यमनुसई सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्य निरस्तो जनिमभयं धयेदजस्रं हरिम्। শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ, তো আই ওয়াজ বাউন্ড টু গিভ সাম টেনশন টু ইউ অল হোয়াট টু ডু। Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что я был вынужден принести вам какое-то беспокойство, поскольку я говорил о бескорыстном Харибаджане. И поэтому большинство людей, они неправильно поняли меня. So most of them, they think I am their enemy. Они думали, что я их враг, и вот большинство людей неправильно поняли меня. They think that I am their enemy. Because I was all the way. Они думали, что я их враг. All the time about that unalloyed Niskapat Hari Vajan. Говорил об этом бескорыстном Харибаджане, и если их удача позволяет, то в тот или иной день они смогут понять, что я хотел сделать нечто благодатное для них. Сегодня или завтра, или в какой-то иной день в будущем, они смогут понять, что я пытался сделать наилучшее, наивысшее благо. Я хотел даровать им наивысшее благо, которое можно обрести в этой человеческой жизни. И вот мы говорим о Дашам Сканде, десятая песня Бхагаватам, она очень важна, поскольку если у нас есть какое-то материальное представление, если анартхи, они не ушли из нашего сердца, то тогда могут быть какие-то проблемы. Но все проблемы решаются. Если у нас есть стопроцентная шаранагати, все решится. Если у вас есть полное самопредание лотосным стопам возвышенного Вайшнава, то все решится. И поэтому в киртане говорится, мы находим такие слова, написанные Шилой Бхактивинода Такура, что если вы хотите найти какие-то достоинства во мне, то я недостоин, это правильно. Но согласно Писаниям я слышал, ваша беспричинная милость, твоя беспричинная милость, она превыше всего, поскольку если ты хочешь найти какие-то достоинства во мне, то я недостоин, во мне нет ничего хорошего, а ты, Вайшнав, ты по своей беспричинной милости, которую ты можешь пролить на меня, и это будет вечным решением.
не каким-то временным, а вечным решением. И все люди, находящиеся в этом мире, они думают, что они очень разумны. Мы очень умные. Да, они все умные и разумные, но согласно их собственным представлениям о разуме. И вот каждый думает так. Но Бхагаван Шри Кришна, я уже говорил неоднократно, Бхагаван Шри Кришна, он перед Удавой говорит: то Удав, ты знаешь, кто по-настоящему разумен. Адрубам артхадам. Labdhya sudurlabham idam bahusham mamante. I can speak this shlok tomorrow. You can understand. Вот об этой шлоке я буду говорить завтра, о том, что это тело, оно не вечно. В любой момент мы можем умереть, но все же оно очень важно. И хотя я знаю, что это тело, оно не вечно, в любой момент я могу умереть. Но все же оно очень важно. Почему? Адрубам артхадам. Артхадам, значит, оно может даровать нам наивысшее благо, можно достичь будущего в этом теле. Я уже сказал вам о том, как Парикшит Махарадж, как царь Катванга, он знает, когда узнал, что ему осталось жить очень мало, он сконцентрировал свои мысли на лотосных стопах Верховного Господа и избавился от этого материального рабства и ушел в высший мир. И вот мы должны быть очень искренне и серьезны, чтобы мы могли понять великое значение этой человеческой жизни. И вот слушать Шримад Бхагаватам с лотосных уст Бхакты Бхагавата. Но условие таково, что Пурана Мамалам Пима Пумартха Махан already you here and Jad Vaishnavanandham Шримад Бхагаватам Пурана Тилакам Яд Vaishnavanandhanam. Also in Bhagavatam, we can use it from glorification of Bhagavatam. Также говорится о прославлении Бхагаватам. Or you know, in second dharma prajito, I already told you, expand. There you can find nirma saranam satam. It is not the property of all. Some demonic people can take this Bhagavatam, go to market and you know, retire and get some money. Читать Бхагаватам ради получения денег на каком-то рынке, но это концепция животного, такое отношение к Бхагаватам. И вначале всего вы должны быть очень внимательны. Это единственная собственность Парамахамс, не всех. Те, кто могут какое-то благо из этого обрести, поскольку те, кто, если посмотреть, те, кто читает Бхагаватам, уже видеть, что у них есть какая-то корысть в этом. Они не могут прикоснуться к Бхагаватам и сказать, что я говорю Бхагаватам для полного удовлетворения Господа и не для чего иного. Они не могут сказать этого. Будьте внимательны. И я говорю еще раз, что те, кто хотят слушать Бхагаватам, или и первое, о чем я говорю, что под руководством Сичитания Бхагаваты, Сичитания Читамриты, мы должны слушать Бхагаватам. Будьте внимательны, когда бы вы не хотели слушать Шримад Бхагаватам, то я вот обсуждаю Бхагаватам в свете лилы Сичитани Махапрабху, чтобы привести пример. Это точная Гаудия Сиддханта. Это совершенная Гаудия Сиддханта. То есть видеть Бхагаватам в свете учения Сичитани Махапрабху достаточно давно, около 80 лет назад. Однажды Шрила Прабхупад пришел в библиотеку и спросил Парамананду:
Бхарти Махарадж, Бхакти Вивек Бхарти Махарадж, он уже ушел, он личный спутник Шрилы Прабхупады. Он ушел, чтобы он собирался уехать, чтобы на какой-то праздник, чтобы говорить Харикатху там. И вот он, Шрила Прабхупада, пришел в библиотеку и спросил Парамананда, уехал ли Бхарати Махарадж. Он сказал, да, уехал. И какие книги он взял из библиотеки? Шримад Бхагаватам. Бхагаватам. Это наша обязанность, мы Гауди, главная обязанность это прославить имя Шри Чайтаньи Махапрабху. Почему он не взял Шри Чайтаньи Бхагавату, Шри Чайтаньи Чайтамриту, почему только Шримад Бхагаватам? Но это не значит, что нужно изучать только Шри Чайтаньи Чайтамриту и не изучать Бхагаватам. Нет, пытайтесь понять то, что хотел сказать Шрила Прабхупада, поскольку каждым действием Ачарья, куда бы он ни смотрел, что бы он ни делал, или не слышал, или не сидел где-то, то он своим примером, он приводит нам совершенный пример. Любой совершенный авторитетный Ачарья, все, что он делает, все, что он говорит, или куда-то смотрит, слушает, или говорит о чем-то, это все яркий пример для нас. Почему я сказал так? Чтобы избавиться от вашего, чтобы избавить вас от ложного эго. И вот Шримад... в Каликал более благоприятно для вас, если вы поймете славу Шри Чайтаньи Махапрабху, или если вы слушаете Бхагаватам, то вы должны слушать его с лотосных уст чистого преданного Бхагавата. Но все же вы должны слушать ее под в свете Шри Чайтаньи Махапрабху, учения Шри Чайтаньи Махапрабху. Иначе, если вы не осознаете это, не примете, не переварите это все учение, вы умрете. Сегодня я очень осторожен, чтобы защитить нашу вамшу, наше наследие. Мы очень осторожные, от Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады. Мы хотим защитить эту силу. Это главная обязанность всех ачарьи. Это единственная обязанность ачарьи. Пытайтесь слушать внимательно, придать должное значение этим словам. Шрила Прабхупада говорит, единственная обязанность ачарьи, единственная обязанность ачарьи – это давать полную защиту всей сиддханте, сиддхантаване. Баладев Видьябхушан, он снова и снова говорит об этом, что мы хотим получить безупречную Гуру Парампару. Шрила Баладева Видьябхушан, он снова и снова повторяет, что мы хотим обрести безупречную Гуру Парампару. Нас не интересует, сколько денег вы приносите. Нас это совершенно не интересует. Мы хотим слушать это. Это наша главная обязанность во всей нашей Гауди Сампрадае, чтобы защитить сиддханта вани для будущих поколений, поскольку все пропадает. Хотя кто-то может знать какую-то шастру, они могут ее неправильно использовать для своих корыстных целей. Но шастра, она не предназначена для этих целей. Брахма, он снова и снова говорит на Нараде. Ты должен объяснять Бхагаватам таким образом, чтобы все общество обрело максимальное благо.
И вот Нарада Махарадж, когда Брахма говорит о сути Бхагаватам и дает последние наставления, вы должны принять решение сначала, что они могут обрести бхакти лотосным стопам Верховного Господа, поскольку если говорите для чего-то иного, это все бесполезно. И вот в свете учения Шри Чайтанья Махапрабху мы обсуждаем Шримад Бхагаватам. И Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал Санатане: «О Санатан, то, что, когда украли 16 тысяч жен Кришны, то Кришна, он оставил этот материальный мир, погруженный в майю. Мир полный майя. Что это значит? Значит, что обычные люди, те, у кого нет бхакти, самопредания, они могут быть обмануты, они не поймут, что есть что. Махапрабху говорит о Санатан. Все это подобно майе. Вот это, чтобы обычные люди своими логическими умозаключениями не могут прийти к какому-то заключению, что это абсолютно истина, что Кришна умер, это майя Кришны, но они не понимают этого. И поэтому это совершено Махамайя, чтобы обычные люди не смогли понять. И вот Брахма говорит Нараде, и также завтра я буду говорить об этом. И вот Бхагаван, в Бхагаване может обрести бхакти, и таким образом нужно объяснять. И вчера я говорил о том, will of Krishna, how does Jadubansi? Поскольку по воле Кришны, как яду, то есть люди из династии яду, как они оставили этот материальный мир, поскольку Кришна он решил, что обычные люди, живущие в этом материальном мире, у них нет силы сражаться с этой династией яду и стать успешными, поэтому Кришна решил, что вначале всего я явлю такую лилу, что они, что я их заберу с этого материального мира. И что же случилось? И вот Кришна спланировал, я уже говорил об этом вчера, что Ядувамса, эти все мальчики, они подшутили над just outside there is garden, nice garden. They are trying to find all those Rishi Munis. И вот они пришли в какой-то сад, где сидели Риши Муни, Бхагатраш, Васишта, Вишвамитра и прочие риши. И вот они пришли всей толпой, и по желанию Кришны, их ум, как вот я говорил о том, как Парикшит Махарадж потерял свое терпение, это невозможно для него, поскольку он Махабхагавата. И кто-то, какие-то саду, они объясняют неправильно. Говорят, что из-за того, что золотая корона у него, из-за этого Кали,
вошло в это золото, поэтому его, как сказать, разум перестал работать, но это не та Сиддханта. Она неправильная, поскольку вы должны помнить, что та корона, мукут, который дан Парикшит Махараджам, эта корона дана самим Кришне во время Раджасу Яги, Йотишир Махараджу, когда совершали Абхишек, и сам Кришна дал ему эту корону. И поэтому никакой майи там теоретически даже не может быть, что Парикшит Махарадж потерял свое терпение, стал гневаться, стал злым, голодным, и поэтому невозможно так. И поэтому там говорится, что по желанию Кришны имеется в виду Йогамайя Парикшит Махарадж, на какое-то время он потерял свое терпение, разгневался. Это сам Парикшит Махарадж подтверждает, после совершения этого оскорбления он удивляется, как я потерял терпение, поскольку я с династии пандавов, и во всей моей династии не было никогда такого. Нечто необычное, что никогда не случается. Как я развил такое? И это по желанию Йогамайи, и как это для того, чтобы сделать так, чтобы Парикшит Махарадж мог слушать Бхагаватам. Вот Шукадева Госвами, и вместе с ним весь мир мог слушать Бхагаватам с лотосных уст Шукадева Госвами. И вот от Шукадева также также ученик Шукадевы Сутадев Госвами. Такая же Сиддханта представлена, поскольку в Бхагаватам я уже говорил много раз об этой шлоке, что все качества Гурудева, все вы можете обрести, они все явятся в вашем сердце, если вы Снигда ученик, но Снигда буквально, ну, значит, настоящий ученик. В английском нет таких должных терминов. Вот есть термин «собр», но по-русски значит «трезвый», как не совсем подходит. А «снигда» — это значит то, чье сердце оно совпадает с сердцем Гурудева, тот, в чем сердце явится вся Сиддханта, весь этикет, все качества. То есть то, что находится в Гурудеве, это все явится в его настоящем ученике. И тогда можно понять, что это «снигда» Шишья, такой настоящий ученик. Однажды привел уже пример о том, что Мадхавендра Пурипат и Ишвар Пурипат, он был доволен его служением, он служил ему всем сердцем. Все время беспрерывно, и из-за его служения Гурудева благословил его, что ты обретешь все. И Ишвар Пурипат, он обрел все сокровище. Вот Мадхавендра Пурипада. Это самое сокровенное, самое главное Сиддханта. И вот это Снигда Шиши. То есть такого точного перевода, кроме как настоящий ученик, тяжело найти. Or coffee first. Very cool man. Actually, he is not, you know, sober. He is not actually sober. He is acting. A tactics of business. Well, come on, come on. Welcome, you are come. Be seated. What I can arrange for you first? Cold drinks or, you know, hot tea, coffee. Speaking this way.
Actually, this is one kind of acting. Вот это. There's one kind of acting it is. Not actually, they are not sati. Ну то есть Махарадж говорит о том, что. Что в английском раз нету такого должного слова, которое могло бы перевести этот термин собер, то есть это, если это сказать, что просто это такой умиротворенный, спокойный, то это все равно не то. То есть как змея, например, очень умиротворена и спокойна, но если добыча мимо проходит, то она сразу нападает. И вот суть в том, что мы должны стать снигда шище, чтобы обрести все сокровище, которое оставил нам Гуру, все наследство. И вот учение Шри Чайтаньи Махапрабху, он говорит о Санатан. То, что кто-то украл жен Кришны, и Кришна ушел из этого материального мира, это всего лишь майя, ничто иное. И таким образом, вначале всего Шри Чайтанья Махапрабху хочет предупредить нас, будьте осторожны, пытайтесь получить... узнать точную сиддханту из этого. И вот мы знаем, что Бхагаван Шри Кришна, перед тем, как оставить этот материальный мир, он принял решение организовать ситуацию таким образом, что забрать всю династию Яду с собой в вечный мир. И те полубоги, они по молитве Вишну, они все. They are in joking mood, coming in front of the rishi and speaking, asking, you know, asking this way. Actually, who rishis? Actually, what to do? And this lady is going to get one issue very shortly. Вот эта женщина, она скоро родит муж. Можете ли вы сказать? Родит ребенка, или, в смысле, мальчика или девочку. Эти риши разгневались, поскольку они могут видеть, что и что. Вы шутите с нами, вы глупцы. И они прокляли, да, родит кусок железа, который станет причиной вашей смерти. Причем смерти не просто вас, а все ваши династии, всех яду. That you know that Mushal is responsible for the total extinction. All these Jadavans, be careful. They become afraid. Oh, Maharaj. И они испугались, что мы просто пошутили, а что случилось, и они увидели, что в одежде этого мальчика, который был переодет беременной женщиной, они нашли кусок железа и пошли они на Сударма Сабу, спрашивая, что же делать дальше. И вот перед всеми участниками собрания они рассказали и спросили, что делать. Мы тут подшутили над этими саду, и вот и результат. And no, actually, we are joking actually, but now we mistake. И мы, они прокляли нас, и что же делать? И Кришна улыбнулся, поскольку это все Кришна организовал, он все знает. И после этого они нашли то, что различные неблагоприятные признаки везде появляются. Большая проблема везде. Это неблагоприятно. И после этого Уграсен, Кришна, Баладев, Удав, они все на собрании приняли решение, что хорошо, мы можем отправиться в Праваш. Это место
на берегу океана. Very nice place for us. How we can go to Prabhas, a very nice port. We can do yagya. Мы можем совершить там ягью, раздать много пожертвований, чтобы избавиться от этого греха. Мы все вместе можем пойти туда. И вот они пошли с кучей сокровищ разных, чтобы раздать после яги. Вот они совершили ягью. И после того, как ягья окончилась, раздали пожертвования и прочее. И после этого, по милости Бхагавана Шри Кришны, их ум, как сказать, они после яги напились какого-то, как сказать, вина не вина, такого опьяняющего напитка, и они уже не могли осознавать, какие их обязанности, чем нужно делать, и начали сражаться друг с другом. Но оружия у них не было, как же без оружия сражаться. И вот там была трава эрка, у которой острые листья. Они на ножи так похожи чем-то. И вот на берегу Праваша, откуда эти деревья вообще появились. Я уже говорил, что этот кусок железа, его растерли в пыль. И эта пыль, она... ее кинули в океан, чтобы... ну, растворилась в океане, а железная пыль, она по желанию Кришны, ее течение смыло как раз в то место, и там выросла эта трава, и ее эти листья были очень остры, что можно было порезаться запросто. Вы не должны не верить в это. Будьте уверены, что это так и было, не пытайтесь не верить. Я уже могу привести пример. И это случилось 45 лет назад, что когда я был очень мал. 45 лет назад. Однажды одна мать потеряла трех сразу детей. Это случилось много... А случилось это где-то в Миднапуре или где-то там. Одна мать потеряла трех сыновей сразу. Два ребенка не было на коленях, а еще было один около 4-5, другому около 3 лет было, и вот они играли. И Кали поклонялись Деви. И вот они, как сказать, играли в поклонение Кали, и после этого старший брат сказал, что сейчас перед Кали мы должны кого-то жертву принести, давай, ты будешь роль животного исполнять, а я роль этого палача. И вот они наклонили свою голову, этот мальчик думал, как его что-то, ну, как его в жертву принести, но взял какую-то травинку от этого. Ну, там корова была какая-то, она ела сено такую, траву какую-то, он взял эту травинку, она острая была, и так он отрезал половину головы ему, этой травинки. Он так и не понял, вроде как играли, а как случилось, он пошел мать информировать, и вот он пошел, рассказал, что и мать смотрит, что случилось, и мать, она сама разгневалась, сама стала как Кали, пошла к этому старшему сыну. И старший сын испугался, что мать убьет меня, может быть. Он отходил, и с крыши упал. Ну, и на смерть разбился. И тем временем эта мать,
она была занята что-то делала для она мыла этого маленького ребенка. Ну, а когда этот старший пришел и информировал, что он убил среднего, то она оставила младшего, он утонул в этом тазике. А старший, соответственно, испугался и упал с крыши и насмерть разбился. Вот. Поэтому я не читаю Бхагаватам перед многими людьми. То есть люди должны быть подготовлены, не должны быть такими материалистами. И вот, и так вот вся, все яду, они так поубивали друг друга. И после этого Кришна дал наставление Арджуне, что в течение 7 дней Арджуна вся Дварака окажется под водой, ее затопит. В течение 7 дней будьте осторожны. Те, кто хотят уйти, пускай уходят. И вот они отправили в Праваш, ушли, и несколько там человек остались. Как Баджанапа, он был вот это, родственник какой-то, ну они как-то Удав спасся. То есть несколько всего спаслись, а остальные все умерли. Погибли, точнее. И Arjun wanted to protect. После этого я говорил о том, что Арджун тем временем хотел защитить. Он хотел забрать их в какое-то безопасное место. И вдруг какие-то эти Arjun is totally defeated. Пошел к Арджуну. Arjun crying. Arjun when coming back to Вот Арджун, когда, в общем, Арджун ничего не смог сделать, все похитили. Он пошел к Юдхиштхире, спрашивает, что случилось. Он только плакал и не мог ничего сказать, что случилось. И сказал, о царь, что тот Арджун. Тот Арджун, он там с... А тот Арджун, Агнидев, который... То есть все там, но... Но вся сила ушла, то есть Арджун был... Тем же, а сила ушла. Он был побежден. Это невозможно было для него быть побежденным. То есть это все по воле Кришны случилось. И вот все жители Двараки, они ушли в вечный мир. И я уже говорил, что Кришна Бхагаван сейчас очень умер. Он сидел под этим, под тенью дерева, и там Удав, он искал, где же мой Господь, он плакал все время, искал, куда же ушел Кришна, и вдруг увидел Кришну, он сидел под деревом, и он, плача, пал к его стопам, и сказал, I cannot live alone. I think you are going to climb your eternal wall. Юда говорит, я думаю, что ты уйдешь, но пожалуйста, не оставляй меня одного. I cannot live without you. Please take me. Заберите меня. И Бхагаван Шри Кришна говорит, нет. Если вы любите меня, ваша обязанность исполнять мои указания, поэтому иди в Бадрикашрам, совершай баджан. Почему?
Ты должен быть ачарья. Я хочу сохранить тебя как ачарья в этом материальном мире, чтобы обычные люди они обрели татва вигьян, которую я даровал тебе. И ты, ачарья, ты должен находиться здесь и следовать моему указанию. Don't like to go away, but what to do is a direct instruction of Krishna. Cannot violate. In the meantime, when Sri Krishna was sitting this way, with one leg on another leg very nicely, you know, Krishna сидел скрестив ноги, подобно Йогешвару. Йогешвар, not Йогешвар, big jockey. И Удав, он увидел, что Майтрея Муни тоже пришел, но случайно, по милости Кришны, Майтрея, друг Вьясадева Госвами, он достиг этого места, и Бхагаван Шри Кришна, перед тем, как оставить материальный мир, он дал Бхагават Таттва Вигьяна Удаве и Майтрее. Удав, он слушал Бхагаватату, так много вопросов задавал. В 11-й песне это все описывается. И в то же время Майтрея Муни был там. Это он очень возвышенная душа, он смог это все понять, принять и осознать. И поэтому мы находим в третьей песне Бхагаватам, как Удава встретился с Видурой. И Видура, он попросил Удаву сказать что-то, какую-то татву, но Удав сказал, ты получишь эту татву такую, как она есть от Майтрея Муни, он ждет тебя на берегу Ганги, ты можешь идти к нему. Это Кришна все организовал, он ждет тебя, иди к нему. И таким образом, я уже сказал, что какой-то охотник, который убивал зверей наполовину, он не мог, просто охотник, это другой, он, в общем, стрелял птиц там, и лотосные стопы Кришны, он принял за какую-то птицу, и вот он пострелил Кришну, таким образом он начал просить прощения, но Кришна сказал, что не надо извиняться, это по моему желанию произошло. И Риши, поскольку Риши прокляли нас, то Ядувамша, она обречена на смерть, и вот я и так исполню их проклятие. И поэтому эта стрела, она попала в Кришну, и в Бхагаватам описывается, что из Галоки приехала, Виман пришел, и Кришна вошел в, в эту колесницу с Галоки, и она отправила и начала подниматься через все планетные системы, Махарадж их перечисляет, и там все поклонялись ему, Кришне. И вот Кришна так ушел из этого материального мира. И Кришна, когда он оставил этот материальный мир, в тот момент, в тот самый момент, когда Кришна оставил этот материальный мир, то тогда Кали пришел сюда. Но Кали не может что-то плохое сделать сейчас, поскольку Парикшит Махарадж был там, Кали как бы появился, но медленно, как медленный яд. Поскольку Парикшит Махарадж там был, он мог убить бы его, и из-за Парикшит Махараджа Кали был очень осторожен, чтобы не... Very careful, because
но чтобы как бы не увеличивать свое влияние из-за страха перед Парикшит Махараджем. И вот таким образом вся династия Яду ушла по воле Кришны под воздействием Йога Майя. Это очень удивительно, как эта вся династия Яду просто умерла. И между этим еще в Двараке, когда они решили отправиться в Праваш, перед этим случился случай, один браман, каждый год у него рождался ребенок. И потом он умирал после того, как родился, сразу умирал. И этот браман, он пошел на Сударма Сабху и начал жаловаться, оскорблять всех, что вы неблагочестивые, а я жил в этой Двараке, и за ваших, так сказать, грехов мои дети, когда они рождаются, сразу помирают. В чем проблема? И Арджун решил, я позабочусь о твоем ребенке, я беру ответственность, и Прадюмна, Анирудха, они что, не могут, я не Прадюмна, я не Анирудха, я мое имя Арджун. И вот он так, как сказать, представился. Я после этого... А он сказал, что как ребенок родится, я буду его охранять. И вот Арджун в полной амуниции с луком, стрелами, оружием, остальным, вот, родился у Арджуны этого брамана и умер сразу. И Арджун, он же стоял с стрелой в луке, чтобы... А он еще сделал своими стрелами такой, как сказать, защиту, что даже пылинка не могла пройти такую, такая магическая, как сказать, решетка. Но все же ребенок родился и умер сразу. И Браман разгневался, что ты тут, ты возгордился собой, что ты там Прадюмна, Анирудха, ничего не могу сделать, а ты какой-то Арджун, ты такой гордый. А ты бесполезен. И Арджун решил, если я не смогу защитить своего ребенка, я сожгу себя, прыгну в огонь. И вот Арджун разжег огонь, чтобы в него прыгнуть. И вот уже собрался прыгнуть, Кришна схватил. Ты что делаешь? Нет, оставь меня, я хочу прыгнуть в огонь, поскольку я дал такой обет. Нет, о мой друг, пойдем со мной, я покажу тебе. И вот на колеснице Кришна и Арджун, они на Локалак Парват возвысились, и там было очень темно, когда они пересекали это место, там даже солнечный свет не мог попасть. И вот они пошли в какое-то место, в Бумапуруша. Бумапуруш. Они встретились. Бумапуруш, он молится Кришне и улыбается. I want him to take the darshan of Naranarayan, both Krishna and you. Я хочу получить даршан Наранарайны, Кришна и вас. И это я забирал этих всех сыновей брамана, чтобы увидеть вас. И после этого я думал, что как ушла из этого мира, я уже говорил. Finally, you know, I finally is going away from this material world. And actually, another point I like to speak before Jadubhansa Dansa, before Jadubhansa finish, I like to speak another point, that is, you know, how those Rishi Munis, they're discussing among themselves, who is most merciful. Они обсуждали, кто самый благостный, и кому же поклоняться, кто же самый достойный поклонения из всех, кто Брахма, Вишну или Шива. И Бригу, и вот Бригу Муни was giving responsibility, Бригу Муни was going to test
И вот Бригу Муни был выбран этим проверяющим, и вот он пошел к Шанкару, и Шанкар, он разгневался на него. Он захотел убить его. И он убежал, и Деви Парвати схватила лотосные стопы Шанкара и сказала: «О, о Шанкар, это твой брат, не надо его убивать». И таким образом Бригу Муни ушел от Брама и встретился с Брамой, он и даже не поклонился ему. Брама был возмущен, ты че, даже пришел ко мне, даже не поклонился, я убью тебя. И вот Бригу Муни пытался убежать. И после этого он достиг Вайкунтхи, и там он видит Нараяна спит, и Лакшми массирует его лотосные стопы. И когда он дошел, достиг того места, он очень, да, как сказать, пнул Нараяну в грудь. И Нараяна, он проснулся и сказал: «О, Брахман, ты там не ушибся? Моя грудь, так, моя грудь подобна железу, я беспокоюсь, не ушиб ли ты свою ногу, давай я помассирую ее». И после этого начал возносить хвалу, прославлять Брахманов и Вайшнавов. И Бригу Муни, он вернулся и рассказал всем садду, что я проверил и нашел такой несомненный результат, что Вишну, он наивысший. Мы все должны поклоняться Вишну Татве. Нет никого более достойного, чем Вишну. И с тех пор Бхагаван Шри Кришна, он получил такой отпечаток стопы Бригу на своей груди. Бригу Чина называется. И с тех пор мы поклоняемся Вишну. И вот Uddhav is actually the father of, you know, и вот отец Кришна, кто отец Кришна? Actually, Vasudevji Maharaj. Vasudevji Maharaj. Vasudevji Maharaj is there in Dwarka. Vasudev Maharaj в Двараке. Naradji Maharaj one day, traveling mood, однажды путешествовал, coming there. И пришел туда. Vasudevji Maharaj stand up. Vasudev встал и выразил свое почтение Нараде. Омыл его лотосные стопы, усадил его на асану, на сингхасану. И Шукадев Госвами говорит, что это Дварака Дама, она контролируется самим Кришной. Дварака, кем контролируется Кришна? И вот Шукадев Госвами говорит, Govinda Bhuja Guptayam Dharavatyam Purudhaho Avatsit Narado Abhiknam Krishna Paso Nalalaso. Second chapter, 11th canto, first sloka. Govinda Bhuja Guptayam Dharavatyam Kurudbaho Avatsit Narado Abhiknam Krishna Paso Nalalaso. You know, this Dwaraka Dham is, you know, all controlled by the two. Контролируется двумя руками Кришны. Krishna guiding. Кришна там повелевает все. Даравотья. And Narada. И Нарада. Narada started living there for a long time. Жил там долгое время. Почему? We heard that Narada got, you know, cursed. Хотя мы слышали, что Нарада был проклят, не мог жить в одном месте. You have to travel here and there. Then how is he? Он вынужден был путешествовать. Narada speaking, staying there in Daravatya. И как это говорится так? Not going anywhere. To see the lila. И почему? Чтобы увидеть величие Кришны. А чтобы поклоняться Кришне непрерывно. И Нарада, он думает, что здесь особое место, поскольку мы можем видеть Кришну всегда.
Поскольку Кришна являет такую лилу, как человеческую лилу, но на Галоке иногда мы видим его, иногда не видим, это вопрос у нашей удачи. И Рупа Госвами тоже говорит. И вот они, и так они не могут видеть. Это вопрос удачи, но Кришна всегда здесь. И это хорошо. Народа решение, что жить там. Но мы слышали, он от Дакши получил такое проклятие, что он не мог жить в одном месте. И как Нарада мог жить, мы уже слышали, что он проклят. Но будьте внимательны, что это проклятие данное Дакше, оно применимо только к этим 14 мирам, к 14 материальным мирам, но Дварака, она апракрита, она надмирна. Да, Дакша материален, Дакша, он не апракрита. Дакша, он пракрита, и его проклятие тоже Пракрита. То есть он как бы может проклясть, но это все ограничено материальным миром и никак не применимо к тому трансцендентному миру, к Двараке, поскольку оно повелевается кем? Самим Шри Кришна. И вот Нарада, он принял решение быть там с созерцать Кришналилу, совершать баджан. И вот после этого Васудев говорит. И однажды Нарада, он увидел. И перед Нарадой Кришна, отец Кришны, Васудев, он хотел спросить его. И вот Васудев говорит, четвертая шлока. И вот Васудев говорит, Нараде, поскольку Нарада описывается в третьей шлоке, однажды внезапно они нашли, что Нарада снисходит. Он омыл его лотосные стопы, омыли, усадили на прекрасную асану, совершили арчану и начали вопрошать. И что Васудева спрашивает? Вот такой возвышенный саду, как ты, о Нарада. Все, где, то есть ты путешествуешь по миру для блага нас, домохозяев. У тебя нет никакой личной корысти, мы знаем об этом. И он говорит, все живые существа, все те, кто находится в этом материальном мире, это великое благо. Bhagavan bhavatu yatra sastaye sarvadehinam. Oh, dehinam means sarvadehinam means all human beings. Dehinam это не значит только людям. Dehinam это то есть тем, те, у кого есть материальное тело, не какой-то конкретный форма жизни. Имеется в виду, если собака получит возможность видеть Нараду Махараджа, который воспевает святые имена, то это очень благоприятно. То есть здесь не описывается, что для людей только. И Васудев говорит прекрасно, Бхагаван, твое путешествие, ты путешествуешь для блага всех живых существ, абсолютно всех живых существ, даже для деревьев тоже хорошо, поскольку преданный бхакта, когда он воспевает славу, то все гоблы хона Господа, то в том месте все деревья,
кустарники, тараканы, даже вообще любые творения. Это трансцендентный звук, он проникает в их сердца и изменяет их. Есть много примеров. Однажды Шрила Прабхупад Чайтанья-матхи и говорил Харикатху, это давно было, около, давно было. Лет там 80 или больше, или 100 даже. И вот Шрила Прабхупад говорил Харикатха, и там система такая была, что мы даже отдельно сидели, мужчина, Прабхуджи отдельно. Я написал книгу о Шриле Прабхупаде. Они все на Бенгале практически. И на хинди еще немножко есть. Ну, и вот там этот случай я описал. Однажды Шрила Прабхупад читал Бхагаватам, и тут какая-то огромная змея появилась. Справа мужчины, слева женщины сидели отдельно. И эта змея, она приползла, и Шрила Прабхупад говорил Харикатха, она вот так вот села, пошипела, огромная змея. И все испугались, Шрила Прабхупад сказал, что не бойтесь, и слушайте дальше. Змея, значит, там была, слушала, и когда Харикатха закончилась, начался киртан, змея развернулась и уползла. Не можете поверить в это, но в то время Натмандира не было, то есть у нас сейчас есть место, где можно сесть, а в то время не было. Просто какая-то, как сказать, крыша не крыша такое. В общем, сидели в саду буквально, поскольку не было, ну, никаких удобств не было, вообще практически ничего не было. И вот один преданный сидел на берегу Радакунды, Чайтанья-матхи, слушал Харикатху Шрилы Прабхупады, и он не осознал, он схватил какую-то ветку и слушал Харикатху, и смотрит, что за ветка. Это змея, кажется, была, она была просто свешивалась там с дерева, он схватился за эту змею и слушал Харикатху. И вот Харикатха, она настолько могущественна, что любое творение, которое ее слушает, всякие ящерицы, даже тараканы, там, собаки, кошки, шакалы и прочее, если они слушают это, их сердца меняются. Это очень научно, я могу сказать. Почему Шри Чайтанья Махапрабху спрашивает о славе Харинама? Харидас Такур говорит больше. Ну, говорил о славе Харинама. Если сейчас современная наука утверждает что-то похожее. Вот и Харидас Такур говорит о Махапрабху. То есть Махапрабху спрашивает, как эти холмы, леса и неподвижные живые существа, они могут обрести благо. И Харидас говорит, о Господь, когда ты воспеваешь святые имена, повторяешь Хари Кришна Махамантру, то они все могут обрести великое благо. Ты не можешь понять, то есть, что хотел сказать этим Харидас Такур. Когда Верховный Господь говорит когда он повторяет Хари Кришна в Пуршоттам Даме, то звук он распространяется повсюду, по всему миру. По всему миру. То сейчас звук может распространяться с помощью каких-то цифровых технологий. То есть, что это значит? То есть звук он достигает любых уголков мира. То есть Харидас Такур говорит как бы о сегодняшней технологии. Why one devotee living on his earth, this prithvi maa think I am so lucky that devotee is there? Слава святого имени.
А почему земля, она... Вот Харидас говорил, что... И вот говорится, что Харидас Такур, он подобен алмазу, бриллианту этой земли. И земля, она была горда, что он жил на ней. И после того, как Харидас Такур оставил тело Шрила Махапрабху, он танцевал с этим его телом. И он сказал, что Харидас, он подобен бриллианту всего этого мира. И сейчас, когда Харидас ушел, эта земля потеряет очень блага, великое сокровище. Если вы общаетесь с Гуру и Вайшнавами, то вы вскоре можете возвыситься очень высоко. Люди не смогут понять, как это случилось, что вы так высоко возвысились. Они не знают, что вы совершаете сатсангу. А многие люди под именем сатсанги не совершают асатсангу. Будьте внимательны, это очень важно. Если вы можете развить такое научное понимание, что такое сатсанга, что такое асатсанга, тогда я смогу спасти вас, иначе это невозможно. Гурудев дал мне мантру, учение, дикшу, все дал. Я получил от Гурудева мой шикшагуру, мой дикшагуру, мой саньясагуру. Это Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж. Я очень удачлив. Все, он всегда дал мне какое-то учение. И тогда, если вы по милости Гурудева осознаете, что такое сатсанга, и что такое асатсанга, тогда Гурудев сможет вас защитить. Если я совершаю асатсангу специально, то, что Гурудев может сделать со мной. И таким образом, Нарада Махарадж, говорит, Бхагаван Бхавату Ятра Састе Сарвадехинам Кипананам Ятха Питрур Уттама Слока Вартна. Ага. Ино Кипананам Ятха Питрур Уттама Слока Вартна. Actually, Уттам Слока is Бхагаван. И вот Уттам Шлока — это Бхагаван, это одно из имен Бхагавана Уттам Шлока. И те, кто прославляет Уттам Шлоку, они также обретают множество различных титулов. Те, кто следует Уттам Шлоке, имеется в виду, прославляют имя Кришны. И здесь те, кто следует Бхагавану, пытаются понять разные учения Бхагавана, и среди них Нарада наилучшие. И вот возвышенный преданный, такой как ты, о Нарада, кто путешествует здесь и там для блага всех живых существ. Да, дживатма. Дживатма. Что значит дживатма? Дживатма может быть... Амибоид, you know, амибоид? Дживы даже, они присутствуют в амебах, то есть всяких микробах одноклеточных. Но в вашем теле тысячи, не тысячи, десятки миллионов клеток, и они всегда разделяются, так сказать, размножаются, и поэтому... То есть если вы прекратите разделение ваших клеток, то вы заболеете и умрете вскоре. И так, по милости Кришны, мы живем. У нас нет такого самомнения, мы в любой момент можем умереть по его же воле. И таким образом, смотрите, Нарада говорит, я хочу услышать. И вот те, кто дороги Ачюти Кришны, они путешествуют по всему миру для вечного блага всех живых существ. И мы знаем, что полубоги иногда они тоже путешествуют по всему миру. Но также... Они путешествуют, но у них какой-то личный, как сказать, корыстный интерес есть.
саду, like you, no саду как вы, нет у них никакой корысти. Шукаю, дукаю, чо. If you worship Indra Maharaj, can give benefit. If you don't worship Indra, can you know? Поклоняйтесь Индре, обретете благо. Если не поклоняйтесь, то Индра может обозлиться и что-то плохое сделать, как, например, во Враджалиле. Когда Индра разгневался, что ему перестали поклоняться, он наслал жестокий дождь на всех Враджаваси. It was Krishna there. Был Кришна. That's why they are saved. И поэтому они спасены, иначе кто спасен? Если поклоняетесь Индре, Индра может что-то какое-то благо для вас сделать. Если не поклоняетесь, то Индра разгневается и будет вредить. То есть деваты не могут быть. Elevated devotees like you, Paramahamsa, anywhere, anytime, anywhere, anywhere. Not Switzerland, not France, Italy, America, no, anywhere. All for the benefits of common people. А то есть саду они живут для блага всех живых существ. They can hear. То есть они могут видеть саду, слышать и таким образом очищаться. Because поскольку если вы поклоняетесь полубогам, вы получите результат, иначе нет, иначе можете поклоняться, но они недовольны будут вашим поклонением, тогда они могут вас проклясть или как-то навредить. И вот Сиддханта от этого какая, что Нарада сказал, что Васудев Махарадж, ты знаешь все, но ты спрашиваешь меня, и я могу рассказать о славе Верховного Господа. И вот Нарада говорит, actually, you know everything. Because you like to purify this world. Ты знаешь все, поскольку ты хочешь очистить все, весь этот мир. Твой ум, твои органы чувств, они находятся под твоим контролем. Ты их господин. Я знаю об этом, но все же ты спрашиваешь для блага всех живых существ, всего общества, всего мира. И вот я хочу цитировать один пример. Тот самый вопрос, который вы спрашиваете у меня, тот самый вопрос был спрошен Ними Махараджем у девяти йогендер, и поэтому я цитирую. И я тоже тогда смогу обрести милость нового йогендер и прославить их. И вот Нарада говорит, что те, кто саддхарма, что те, кто следует дхарме, ты наилучший, то, что ты спрашиваешь меня о Бхагавад-дхарме. Все твое умонастроение, оно совершенно, ты хочешь очистить всю Вселенную, и поэтому вопрошаешь об этом. И такая тема Бхагавад-дхармы, она может очистить каждого. Те, кто слушает, те, кто говорят, те, кто одобряют. То есть, что там, ну, в смысле, и те, кто не возражает, как бы, то те, кто предоставляют какие-то условия для харикатхи. Those who are doing, you know, те, кто approve, speaking, hearing, anyway, вот, то, как-то участвуют в этом, они все обретают наивысшее благо. И это великая сиддханта, сказано Нарадой. Сруто, онупатито, дхьятва, дритва, анумадито,
Саддхо пунати саддхармо дево вишвадрухо опихи. 12, number 12. 12, 2 глава. Суто нупатито дхято адрито ва анумодито саддхо пунати саддхармо дево вишвадрухо опихи. And Shuto, if you are going to hear, Anupati, Shuta, если вы слушаете, Гурудев просит вас читать, и после того, как вы прочли, вы можете читать, и как вы повторяете за какой-то великой душой эти шлоки, они все обретают благо, без сомнения. Дьято или те, кто медитирует, размышляют об этом. Дьято значит думать о татве, о том, что мы услышали. Это дьято называется. Адрито. Адрито. Only approve. Если просто даже те, кто одобряет это, они тоже обретают благо. Те, кто как-то участвует, помогают, все не обретают высшее благо. И вот Нарада такую сиддханту приводит. И вдруг сразу, не через там, неделю, месяц, год, а сразу же. Саддо пунати бхагавад-дармо, саддо пунати саддармо, дево вишвадрухо опихи. What to speak about all other people? И что говорить о других людях? Those who are going against те, кто против полубогов, те, кто враждует с ними. Those who are going to kill whole world. Те, кто хотят убить весь мир. Those who are going to kill whole world. But still, is not going to get one drop of sin, you know, result. Они не получат ни капли греха. If you go against his inner world and kill, but he is catching Bhagavad-dharma. То есть тот, кто если они приняли прибежище Бхагавад-дхармы, то они их грех не касается. Почему Парашурам он убил бесчисленное количество кшатриев 21 раз? Почему? Why we count that Parashuram is a Shakti Vishavatara? И почему мы считаем, что Парашурам он Шакти Вишаватара, он низ аватара снизу, снизу аватара Кришны? Почему мы уважаем его? Саддхарма пунати саддхармо, саддо пунати саддхармо, вишва дева вишва друго опихи. So whole world can go against. И вот весь мир, он can go against whole world. He can, you know, kill. Тот, but still, if Bhagavad Gita. Тот, кто против всего мира, он даже может разрушить весь мир, но если он принял прибежище Бхагавад-дхармы, то грех не затронет его. This actually, now we are coming to this point. Мы пришли к тому, что Нарада говорит. Long ago, actually. How was Leji Maharaj? It's long ago. И вот говорится о судах, да, но это было, что все новоюгендеры пришли. На собрании Ниви Махараджа. Ниви Махарадж, он был хорошим человеком, я уже говорил о нем. И вот Ниви Махарадж, он организовал это собрание, и тем временем внезапно он обнаружил, что Навайогендер, 9 сыновей Ришабхадева, они пришли, они проповедовали славу Бхагавад-дхармы везде, у них не было никакого. То есть нельзя доказать, что у чистого саду есть какой-то ложный интерес, какая-то своя корысть, какое-то лицемерие. Нет. То есть саду может говорить очень, как сказать, жестко с одной стороны, но все же
саду, он говорит это для Господа, поскольку Господь, Он защитник, и все, кто возражают, они никакой вред не могут принести Ему. Когда Шрила Прабхупада начал говорить об абсолютной истине в Пури, в самадхи Шрилы Харидаса Такура, то там все сахаджи, они сразу ополчились против Него и решили, что при первой же возможности мы Его убьем. И поэтому Бхактивинода Тхакур дал ему такое наставление, что они неудачливы, и ты иди, лучше мы пойдем в Враджапаттан, в Навадвип Ягью и совершим Ягью. Вот это твоя мала. Он дал Бхактивинода Тхакур, дал Джапа Малу, еще Прабхупад отправился в Навадвипу и начал совершать Нама Ягью. И те сахаджи, они смотрят, что Шрила Прабхупада, он против их. В моей жизни тоже я говорю с Бхагаватам. Многие люди думают, что я их враг без всякого основания, они очень гневаются на меня, но ничего не могут сделать мне. Поскольку Верховный Господь, Он мой защитник, у меня нет ничего, кроме Верховного Господа, Он мой защитник. И вот я не говорю для каких-то личных цели. Я знаю, все придет, то, что должно прийти. Анантадев Баларам, они смотрят на мое сердце и на ваше сердце. Вот таким образом смотрите на Йогендру. Он пришел туда, и Ними Махарадж начал поклоняться им, что вы пришли, и мы очень и очень удачливы, это очень редко. И потом, подобно Богу Солнца, это выглядело как девять солнц сразу вошли, зашли. И Нима Махарадж, он не мог понять, кто это приходит. Они сияют так ярко. И вот когда они подошли к нему поближе, он понял, что это Нава-йогендра. Вот он усадил их на Симхасану, начал поклоняться лотосным стопам и вопрошать вопросы. Это самое великое благо, которое вы можете обрести, самое наивысшее благо. Если какой-то саду приходит, вопрошайте его. Не надо говорить какой-то мусор, ересь. Вы просто спрашиваете, какие-то глупые люди, которые встречаются с великим саду, промахался и начинают говорить, вот я такой-то, у меня там то и все, мой там сын не мог экзамены сдать, моя жена там болеет, 5-10, 35, я во Вриндаван был, место грязное, там много свиней всяких и прочих, мой город смеется. Они отправляются во Вриндаван, но там система такая. Очень, канализация очень плоха во Вриндаване, все там наружу, по улицам. Мой город, он смеется, что глупцы всякие едут во Вриндаван. И это их Вриндаван так видят только одни испражнения и мусор вокруг, что все грязно. И канализация плоха, и свиньи всякие, собаки, обезьяны воруют всегда всякие очки и прочие вещи, но Махарадж говорит, но смысла нет так много говорить саду, надо слушать то, что он говорит, вопрошайте его. То есть смысла нет рассказывать, как бы, что там у вас происходит. Нарада, когда он был очень мал в своей предыдущей жизни, Садхана Сидха Нарада, что у него было, и описывается, я уже говорил об этом, он был очень умиротворен, он не был заинтересован ни в каких играх, поскольку дети в таком возрасте необычно играми заняты были, а когда он был в саду, он не говорил никакой ерунды, он просто
слушал то, что говорят саду и саду, они стали очень довольны им и благословили его. Если Нарада, они увидят, что Нарада, он ну, постоянно бы что-то говорил, то саду они бы молчали. И вот Нарада, don't speak anything, my boy. You go and get some leaf from you know forest. Он просто делал то, что они просили, и все. Все просили принести дров и листьев, то он шел и приносил. Просили горшок воды, то он приносил горшок воды. Фрукты и цветы. То есть все, что просили, любые просьбы, он их исполнял. И что в итоге случилось, когда саду ушли, они благословили его. И он принял остатки их пищи, Махапрасад. И он говорит Вьясадеву, однажды эти саду они стали довольны мной и дали мне остатки своей пищи. И Нарада говорит, и в тот день, когда я принял остатки их пищи, мое сердце оно очистилось. Это говорится там, вот такими словами описывается. Я не рассказываю какую-то историю, философию, это то, что там описывается в Бхагаватам. Однажды я принял остатки их пищи, мое сердце очистилось. So и в Чайтанья Чайтамрите говорится, что пыль с лотосных стоп вайшнавов эти все, вот эти вещи, они самые могущественные. Учишта вайшнава, Махаева, Махапрасад, его вода, омывшая его стопы. И пыль с его лотосных стоп – это самые такие могущественные катализаторы баджана. И Чайтанья Махапрабху своим собственным примером показал это. И вот царь Видехи Ниви Махарадж. Он спрашивает, Навайогендар, мы очень удачливы. И вот Ниви Махарадж спрашивает. Мы знаем, что вы все вечные спутники Верховного Господа. Почему вы путешествуете по этому миру? Можете ли вы сказать? Адхармасилашасудукхитасья Анугрухайехо чарантинунам Бхутани бхабьяни джанарданасья Те личные спутники Джанардана Кришна, они путешествуют по этому миру для вечного блага всех живых существ, тех, кто отвернулись от Кришны, тех, кто не хотят Ему поклоняться, и для их вечного блага они путешествуют по этому миру. У них нет никаких личных интересов. То есть их главная болезнь, главная ошибка в том, что они не поклоняются Кришне, поэтому живут такой жизнью, полной боли. Из-за этого их жизнь полна несчастья, но все же они думают, что им как бы хорошо все. Все там происходит более-менее, это под влиянием Майи происходит. Но они глупцы, глупы, они не знают. Подобно огню, огонь везде. Вы находите нектар в этом материальном мире. Глупо. Тут нет никакого нектара в этом материальном мире. Только там, если вы совершаете Кришна Бхаджан, вы ищете нектар, подобно слепцу, где же нектар? No nectar, nothing. Но нет его. Только огонь. И поэтому
adharma silasya sudukkitasya anugrahai iha charanti nunam bhutani bhavyani janardanas. Те вечные спутники Джанарданы, они путешествуют здесь и там по желанию Кришны, чтобы спасти всех обычных людей. Вы знаете, и поэтому Видахарадж Нимахарадж говорит, And Vishnu Bhutani Lukanam Pavanayo Pavanayo Charanti. And Madhu Disha, Madhu, Bhagavan, Bhagavan is Madhu. Bhagavan, Om Madhu, Om Madhu, Om Madhu. You already sing that day? Bhajanam Madhuram. Вот в этом киртане говорится, что Господь, Он сладостен, подобно меду. You speak this way? Bhajanam Madhuram. Hasitam, everything has madhu, 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 madhu. That's how you see in Veda. You see Om Madhu, Om Madhu, Om Madhu. Madhu means Madhu, Prabhu. Madhu means Prabhu. Or Madhu nectar. In Veda it is written Om Madhu, Om Madhu, Om Madhu. What is Madhu? Madhu, Madhu is Veda. This way actually. So Durlabha now. You know, Nimivara speaking very nice point. Вот Ним Махарадж говорит. Дурлабо манусо дейхо дейхи нам чана бхангура. Tomorrow I can discuss this point again, more liver in a elaborate way. First, лабдха сударлабамидам бхусаммаванте манус самартхата маниттама пиха дхио. I can speak. Nah, tomorrow, not today. So манне, манне, you know, I already told, дурлабо манусо дейхо дейхи нам чана бхангура. The human body is rare. Это человеческое тело, оно очень редко и оно очень нестабильно. В любой момент мы можем умереть, нет никакой гарантии. Может, мы сейчас здесь находимся, можем умереть, кто может сказать? И таким образом, смотрите. Но все же оно очень важно, поскольку вы обретете этот нектар. И в этой жизни у нас есть возможность встретиться с великими саду, как вы, Навайогендра. У нас есть такая великая возможность. In heaven you can get so much facility. На небесах так много этих удобств всяких, наслаждений, но этих. You are going to pay 60,000 rupees for plane, but there no nothing. Удобств. Но если отправиться в, на небеса, там такие удобства, такие наслаждения, которые нам и не снились. Так много всяких благ, и даже нет болезни. Если какие-то болезни есть, там два Ашвина Кумара, которые все практически мгновенно исправят. И поэтому даже нет болезни, нет старости. Все настолько прекрасно. А мы ищем здесь каких-то наслаждений, почему бы нам не отправиться на небеса. Но мы, вайшнавы, мы не хотим туда быть, если Индра позовет нас, но мы откажемся. Мы хотим отправиться к Гурудеву, к Шри Прабхупаде, туда, на Галоку, на Вадивдаму, во Вриндаван. Там, где Шрила Гурудев, Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакура, мы не хотим отправляться на небеса. Так много всяких этих наслаждений там. А вы, дорогие близкие спутники, дорогие Господу Вайкунтхе, и сейчас у нас есть возможность видеть вас. И вот Махарадж перечисляет их имена, Навайогендра. All nine Нам Йогендра.
Now Nimi Maharaj is going to put question. И вот relating to Bhagavad. Nimi Maharaj спрашивает о том, что такое Бхагавад Дхарма. Ты хочешь знать о Бхагавад Дхарме, да? И вот Nimi Maharaj спрашивает, это очень редко, нечто очень редко достижимое. Nimi Maharaj спрашивает, по моей великой удаче, я смог встретиться с вами. Вы скорее возможно встретиться с полубогами, а с Нарадой как это возможно? То есть какие-то полубоги могут к нам явиться, это не столь важно. Но я встретил Нараду, это гораздо более важно, как это возможно вообще. Это моя великая удача. И вот Госвами Махарадж говорит, Vaikunthir Pathe, Bengali books. He was going to Jamunatri, Gangatri, everywhere. I also went by the mercy of Gurudev, very tough, long ago, maybe 20 years ago. With no facility in hand, not that a jacket, this is the thing. No facility, no money. Был на Ямунатри, там. One small cucumber, then hilly place, 5 rupees. How I can pay? Ну я был там без ничего, без денег вообще без ничего. Bharat Sevashram and some other sevas that they are going to give prasadam. Bharat Sevashram и другие какие-то ашрамы раздавали просад, но я не мог его есть. Yeah, anything some prasadam there, hilly place. Some ashram there also in hilly place. They arrange prasadam for you all. То есть они, ну как бы кормят, но как сказать, мы права не имеем такой просад есть в случае по мере с голодом. И вот очень такое аскетичное место, когда я шел на Ямунатри, там просто под открытым небом, мне негде было спать. И мы разговаривали с одним пандой, он нам предложил остановиться на крыше у него переночевать. Мы переночевали на крыше, и в 4 утра мы в 3 проснулись, 4 вышли. Еще до этого у меня была температура, какая-то лихорадка. Я думал, как сейчас такой лихорадкой я могу дойти до Ямунатри. И с утра я обнаружил, что все прошло, и я сразу пошел дальше. И Бонадев Госвами Махарадж на пути к Ямунатри, он встретил Нараду. Самого Нараду встретил. Don't think our Guru Varga is rubbish. Не думайте, что наш Guru Varga. Never try to insult any Guru Varga. All we give big honor to all Guru Vargas. В них есть кто-то недостойный. Никогда не думайте, нас вся наша Guru Varga на достойная наивысшего уважения, наивысшего почета. Мы все всем выражаем наше великое почтение. Они все возвышены саду, и у нас нету такого различия между ними, то, что некоторые люди, находящиеся в невежестве, их различают, но это неправильно, лучше, вернитесь, таким людям лучше вернуться домой и жить как-то семейной жизнью, вместо того, чтобы критиковать вайшнавов. И вот Госвами Махарадж, он превосходно проповедовал Бонадев Госвами Махарадж, и Бхакти Пади Кришна Госвами Махарадж, они тоже проповедовали прекрасным образом. И не нужно их критиковать. То есть мы хотим избавиться от любой критики. Это очень плохо, если вы критикуете старших или слышите, что кто-то критикует. И вот Nimi Maharaj спрашивает, что вы все пришли ко мне, и сегодня у меня есть возможность спросить о том, что есть высшее благо и как его достичь.
in front of you all. Anugha means. Я вас всех stainless. Спрашиваю, вы безупречные, безгрешные, very pure. Чистейшие. Пабату Anugha. Anugha Aga means papa, full of papa. Ага значит грех, то есть полный греха. Anugha значит безгрешный, без, как сказать, без, безупречный. Причама. Бхаватону. В этом материальном мире самсари асмин. Асмин. Самсари асмин значит. Асмин самсари. This, you know, material world. В этом материальном мире. Самсари асмин. Кшанардо йопи. Кшанардо мин. Кшанардано апи. Fraction of second is the actual meaning. Это значит фракция секунды, часть секунды. Вот это слово имеет множество значений, но самое подходящее кшан значит это часть секунды. Отрезок времени такой, часть секунды, которая подобен морганию глаза. Канардо апи, если это такая незначительная часть времени, она посвящена мне, сатсанге, то как читание читамрити, похоже, шлока приводится из Джайва-дхармы, я свидетельство приводил. Even those who are, you know, big yogis, значит, что даже великие йоги риши, то, что они не могут получить, вы это обретете, Кришна према. Если по вашей великой удаче вы получили милость святых саду, она практически невозможна, но вы можете ее обрести. Это Кришна према, которая практически недостижима. Жизнь за жизнью мы пытаемся обрести бхакти, но Кришна не хочет давать нам бхакти, поскольку мы обманщики. И описывается там, что Нарада говорит Юдхиштхире: «О, Юдхиштхира, Кришна хотел нас всех обмануть, дая нам различные пожертвования». Кришна сам очень, как сказать, он говорит, что нет ничего, чем я мог бы отплатить вам, вы великий саду, и будьте довольны мною. У меня нет ничего, что я мог бы вам дать. Это условие Кришны. Это условие великого Парамахамса преданного. Мы не можем понять их сердца, не думайте, что они наши враги, потому что они могут говорить жестко, как Гоки Шардас Бабаджи Махарадж. Говорил всем, кто прикасался к его стопам, что зачем вы коснулись моих стоп, ваша жизнь будет разрушена. И вот он пошел в Шриле Прабхупаде Бимала Прасад, этот человек начал жаловаться, что хотел получить Даршан Бабаджи Махараджа, но когда я поклонился и прикоснулся к его лотосным стопам, он проклял меня, сказал, что у меня все разрушится в жизни. Шрила Прабхупад улыбнулся и сказал, что если Вайшнава проклинает нас, это тоже благоприятно. Например, какой-то браман проклял Махапрабху, что он не сможет наслаждаться семейной жизнью. Читани Махапрабху обрадовался, что я ожидал такого проклятия. И Махапрабху начал смеяться, то есть в нашей жизни мы должны ожидать таких проклятий, мы все. Если вы хотите совершать Кришна Баджан, мы надеемся, что Господь, мы так получим такое проклятие, от которого мы потеряем вкус к материальной жизни и будем думать только о Кришне. Все эти, ну, в нашем доме все возможности есть, но какое отношение они к нам имеют? Вот Мирабай, например, он...
so beautiful lady, queen. Она была прекрасной принцессой, но она убежала со своего царства, отправилась в лес, она настолько привлечена именем Рамы, Кришны. Никто не мог ни отравить, ни убить ее, но мы не будем говорить о Мирабайи. Она это совершала баджан, но Радхарани не следовало, поэтому... Это просто как-то можно выразить и почтение, но мы из Гаудия Матха обычно не говорим ничего о ней, поскольку она не следует Радхарани, отдельно совершает баджан Кришна, ради Кришны. И вот, даже если у вас есть часть секунды в течение этого времени, вы совершаете саду сангу, то вы обретете величайшее благо. Я уже сказал. И вот вопрос Ними Махарадж задает. И вот смотрите, насколько, как сказать, настолько мягко он спрашивает, если вы думаете, что мы достойны слушать о Бхагавад-дхарме, то тогда говорите. И вот если ты думаешь, что мы достойны слушать Бхагавад-дхарму, то говори о ней. Йой. Это третий падеж кем? И этой Бхагавад-дхармы, Верховный Господь, Он станет доволен, Он хочет отдать себя тому преданному. И Чайтанья Махапрабху много раз читая Чайтамриту, мы находим такие слова, что он готов отдать себя, продать себя настоящему преданному. Как Шивананда Сен, он получил такое благословение от Нитянанды Прабху. Нитянанда ударил его своей стопой по груди. Сивананда, он осознал, что это великая, великая милость, поскольку Господь одобрил меня, он всегда благословляет меня. Нитянанда, он обходит Баларам, все, что он делает, это за пределами нашего понимания. Нитянанда, он спросил Шачи, за ее лотосные стопы, но Шачи, она убежала. Но так или иначе, он проявляет свою милость. Как вот этот Рама Махарадж, как получил милость Баларама. То есть он хотел умереть от Господа, и поэтому увидеть Баларама, и поэтому Господь исполнил его желание. Внешне он его наказывал, но внутренне благословил. И вот мы находим по благословению Нитянанды Сутадев Госвами. Иначе кто дарует нам милость? Без милости Нитянанды Баларама, как мы можем найти совершенного гуру, как Сутадев Госвами, только по благословению Баларама. И вот отец ушел, и вот подобно отцу и сыну, и Махапрабху. Вот его так называют. Какое же значение? Я скажу, когда мы будем обсуждать Чайтанья Чаритамриту, когда Прабхупада захотел встретиться с Махапрабху, то он ему сказал, это невозможно, я саньяси, как я могу встречаться с царем, ни с женщинами, ни с богачами, ни с царями, ни с замидарами, я не могу с ним встречаться, я нишкинчен, я отречен. И тогда смотри,
Ты можешь сына его привести, поскольку его сын Раджи Пратапрабуда может встретиться со мной, я могу благословить его. И вот сын Пратапрабуда пришел, Махапрабху обнял его и сказал, он Махабхагавата. Когда я посмотрел на этого мальчика, я увидел прекрасного цвета, как Кришна. И какие признаки Махабхагаваты? When you look, then you can feel it is necessary to approach him and pay dandavat and speak some harikatha and hear some harikatha and speak Hare Krishna. Jahara dekhile mukhya ashe Krishna naam. And then when you speak, see that devotee, Bhakti Kumar Puri Goswami, so soft, so nice, Hare Krishna Maharaj. Automatically Hare Krishna comes. You feel it is necessary, some inspiration. И вот когда мы видим чистого преданного, то мы вынуждены повторять святые имена, мы чувствуем, что мы должны повторять. И получив даршан Махабхагавата, мы очищаемся просто даже смотря на него. Рамануджачарья говорит, если вы не можете изменить свой характер, если вы не смогли изменить свой характер, тогда я попрошу вас, идите к чистому Вайшнаву, Парамахамсе, Суда Вайшнаву. Сидите там какое-то время, не говорите ничего, просто сидите и смотрите, что они совершают. Рамануджачарья говорит. If you watch them, you can feel some reaction. You can change your life. As the instruction of Рамануджа. Если вы будете получать их даршан, то ваше сердце изменится. Вам даже не нужно ничего делать. Если вы пали в попытках изменить свое настроение, просто идите, сядьте перед чистыми гуру вайшнавами и смотрите, что случается с вашим сердцем. Если вы будете просто смотреть на них, то сегодня или завтра вы изменитесь. We couldn't know that for 1 year or for 1 year or 1 and a half year, I don't know. There was one nice camera on Bhakti Pant Puri Goswami Maharaj before his living body. И вот достаточно давно, как Шрила Пури Махарадж, какие-то преданные камеры в его комнате установили, записывали все, чем он занимался. Но хотя это как бы нехорошо, но так или иначе это случилось. И вот я ночью, когда ухаживал за Гурудевом, я видел, что он повторял Харинам все время, хотя внешне как бы выглядело, что он спит, но он на самом деле всегда Харинам повторял, его язык двигался, произнося святые имена. И вот если вы живете рядом с Махабхагаватой, вы просто смотрите на их сердце, на их умонастроение, это все может изменить вашу жизнь. И вот... Дальше это такие слова. Если у вас есть возможность получить сатсангу очень, на какое-то очень короткое время, какую-то часть секунды, то все равно вы обретете величайшее благо. Но при условии, что сатсанга она совершенна, что это значит, что если вы искренне на 100%, и при этом условии на какую-то часть секунды, если совершенно садусанга соблюдается, то Кришна према, которая практически невозможно. Вот один йоги совершал баджан 60 тысяч лет, обрел йогическую силу. Но что дальше с этим случилось? То есть если мы обретем йогическую силу, что будем с ней делать? Without plenty, what you? Можем перемещаться с одной стороны в другую. This way, yoga vibhuti. So you know, so actually we don't like to get this kind of unusual thing. We want bhakti. И вот, а мы хотим только бхакти. И вот Нарада, Юдхиштхира спрашивает, он Нарада. But not bhakti. Even mukti, yes, mukti also. Take. Даже мукти, но не бхакти, не описывается, перед Юдхиштхира Махараджем. Нарада спрашивает, о царь, Кришна настолько умен. Что он дарует даже мукти.
мукти. Но те преданные, которые по-настоящему умные, они знают, что они будут делать с мукти. Мне бхакти нужно. И согласно Гауди Сиддханте, я уже сказал, что значит мукти, согласно преданной Гауди Даршану. Каково значение этого мукти? Мы хотим обнаружить нашу сарупу, это и есть мукти, это такое вечное решение всех наших проблем. Вы снова и снова слушайте, вот и вот на Харикатху, про сварупу, про дживататву. Вот меня какой-то преданный Сридхар нас спросил, Махарадж там говорил, дживататви, майотатви, калататви, и все связанное с этим. Шестое, первое июня. И вот смотрите. Если вы думаете, что это достойно, то тогда ты можешь говорить нам, мы хотим слушать о Бхагават-татве. Значит, это Бхагавад-дхарма. Если кто-то практикует, совершает Бхагавад-дхарму, то Верховный Господь становится настолько доволен, Он хочет продать себя этому преданному. Я продан тебе, если Чайтанья Махапрабху много раз говорил, я уже продан вам. И вот Бхагавад-дхарма, она... Что-то значит Бхагавад-дхарма, значит Джайва-дхарма, Атма-дхарма, Бхагавад-дхарма, значит Вайшнава-дхарма. Это все синонимы. Это все не отлично от нее. Атма-дхарма, Джайва-дхарма, Вайшнава-дхарма, Бхагавад-дхарма. So now, actually, и вот сейчас, when this kind of nice, excellent question, когда эти великолепные вопросы были заданы Ними Махараджам Навайогендрам, они все девять не могут одновременно говорить, поэтому по очереди. Такая смешно выглядит, но вот Чатушван, например, они путешествуют все вместе, а когда один говорит, три слушают. То есть если один что-то говорит, все слушают. Первый закончил, говорит второй, а все остальные слушают. И также среди новоюгендов один югендра говорит, а восемь слушают. This way, all devotees they can speak among themselves. Все преданные, и преданные также, они могут говорить между собой. И каждый раз, где бы вы не были, всегда организуйте иштагоштхи. Иштагоштхи, это буквально такой разговор по душам, как-то так. Ну, в общем, если какие-то вопросы есть, нужно не стесняться их прояснять. At the time of Prabhupada, Ishtagosti was there all the time. Во время Шрилы Прабхупады Ishtagosti, они очень часто были, то есть преданные что-то слушали, потом обсуждали что-то непонятно, подумали тому, как корова, если она что-то там, как сказать, съела, она потом долго жует, жует. Потом она опять это переживает.
So it's called assimilation. Это зовется перевариванием и усвоением. То есть все, что вы слушаете, всю эту великую сиданту, которая доступна только у Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, то, может, вы сразу не примете, но постепенно, я надеюсь, по милости нашей Гурваги вы это осознаете должным образом. И вот один из них Кави, первый, Новоюганда Кави. Он отвечает, Кави отвечает, что он говорит. Все слушают. मन्ने अकूतचित् भयमच्युतस्य पदाम्बुजोपशममात्रनित्यं उद्विग्नबुद्धेर्रसदात्मभावान् विश्वात्मना यत्र निवर्तते वेरी नाइस यू सी मन्ने अकूतचित् भयमच्युतस्य पदाम्बुजोपशममात्रनित्यं ओ राजन आई थिंक О, царь, я думаю, ты можешь обрести вечное благо, если ты будешь поклоняться вечным лотосным стопам Верховного Господа Манья. Я думаю, это лучше, что если ты хочешь стать бесстрашным, Шрила Прабхупада говорит так, если вы находите, что какой-то преданный, он полностью бесстрашен, то будьте уверены, что он достиг совершенства. Это зависит от Кришны, никто не может причинить никакого вреда, иначе бояться за какие-то деньги, за какую-то собственность или еще за что-то, всегда бояться. В этом материальном мире, куда бы вы ни смотрели, вы везде находите страх. Какой-то конкуренция даже там в одном обществе этому можно, то этому нельзя, второму тоже нельзя, и третьему нельзя, и всем остальным нельзя. То есть как они могут обрести Верховного Господа, если они заняты всякой мелочью? То есть такие, так сказать, заняты какими-то региональной политикой. То есть смысл тогда совершать баджан. И вот я думаю, что поклонение лотосным стопам Верховного Господа это единственная наша обязанность, если мы хотим стать бесстрашными. मन्ने अकूतस्चित् भयमच्युतस्यो पदाम्बुजोपशममात्रनित्यम् उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मन यत्र निवर्तते उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् वर्ल्ड फुल ऑफ एंग्जाइटी टेंशन गेटिंग सम सुगर ब्लड इन अ हार्टबीट व्हाट Attention. То есть из-за беспокойства многие болезни случаются. То есть у человека может не быть никаких, так сказать, болезней, но все равно он беспокоится. Почему люди, они полны невежества, полны, как сказать, возбуждения? Почему? Поскольку они думают о посторонних вещах, не связанных с Кришной. Почему вы боитесь? Поскольку ваш ум, он отклонился от лотосных стоп гуру и вайшнавов, и поэтому вы боитесь. Иначе нет вопроса никакого страха. Я уже говорил об этом, это описывается здесь. Почему они беспокоятся? Поскольку они думают о том, что не сад. Что такое сад? Истина – это Кришна. А все материальное, оно временно. Оно не постоянно. И все люди, они думают о материальных вещах в своих умах. И как же они могут избавиться от страха в этом случае?
Вишватмана, omnipresent, that Supreme Lord. Тот Верховный Господь, Он вездесущ. Where is Bhagavan? И где же Он находится? Ты спрашиваешь, где твой Бхагаван, где его нету? Как Прохлад Махарадж ответил Хираньякашипу, что Он везде. Нет места, где бы его не было. И так много примеров я могу привести на эту тему. Но времени мало. И вот однажды одна прекрасная женщина, она верила в Кришну. One day he, однажды она, жила где-то в Кочбихаре, в Северной Индии. Поезд опаздывал. Ночью она вышла из поезда. Но никого не было там. То смотрит какая-то ришка. Такая, как велосипедная, спросила, можно ли довезти ее до туда, но Ришка был пьяный в доску, а что делать, никого не было, ну что делать, ну пьет как пьет, но тем временем тот этот Ришка решил, лучше ее ограбить, и вот это женщина убежала от этого рикшевала, звала Кришну на помощь, и в итоге этот пьяница, он... Но не нашла... Но женщине не было, некуда было бежать, он прыгнул в воду, в озеро какое-то. Этот рикшевала бежал за ней, и змея укусила этого рикшевала. Ну, Кришна спас ее так, таким образом. На смерть, причем эта женщина как-то спаслась. Такой похожий случай случился с правой рукой одного товарища какого-то. С Германии какой-то был. His right hand Hitler, one man. Правая рука Гитлера был один помощник его. Жена была преданной. I heard it from Bhakti Vallabhitirtha. Я слышал от Бхакти Валлабхитхирты сам рассказывал эту историю. Wife, you know, believed Supreme Lord. Она верила в Верховного Господа, но муж был такой, так сказать, атеист. Однажды в Германии с Англией воевали и внезапно они были на этом на самолете. Он был там и вот подстрелили самолет, попали в топливный бак, и этот самолет практически уже упал. И этот человек, когда самолет падал, он начал, этот человек начал молиться, если есть ли вообще какой-то Верховный Господь, то сегодня я молюсь тебе, спаси меня. Вот единственное, что он сказал. Не просто молиться Господу, таким образом, что если там Господь есть, то давай спаси меня. И вот через 28 дней он пришел в себя, и первый вопрос был у него, где я? И ему сказали, что ты спасен. Как спасен? Я падал в горящем самолете, и на территорию Англии должен был упасть. Как это возможно? Я в Германии оказался. So strong wind came. Ветер откуда взялся, и тебя сдуло. Only just, you know, not half a mile. На территорию там Германии. With this court, they can shoot and kill. То есть буквально там несколько минут и ты упал бы на вражескую территорию. И с тех пор он начал верить Верховному Господу.
И Гаджендра, он тоже молился, и был спасен, и вы можете молиться, вы попытайтесь, и Господь тоже спасет вас. Так, множество примеров. И вот если вы хотите стать бесстрашными, то будьте уверены, что Верховный Господь, Он и Гуру Вайшнава, они могут защитить нас в любое время. И все ваши страхи, они могут уничтожить на корню. И вот Кави, он говорит, что значит Бхагавад Дхарма, те, кто невежественны, ничего не знают, и чтобы получить осознание, что Бхагавад Дхарма, она наивысшая. И вот, чтобы получить такое осознание, это наивысшее лекарство Бхагавад Дхарма. И вот, что Бхагаватам описывается, это все Бхагавад Дхарма. Поскольку очень просто, очень легко, вы можете избавиться от материального рабства. Очень легко. Бхагавад Дхарма – это дхарма вашей души. Кто-то спросил меня, что такое Бхагавад Дхарма. Бхагавад Дхарма – это естественное состояние, естественная функция вашей души. Это единственный ответ, но он очень глубок. И здесь объясняется более глубоко. Бхагавад, Верховный Господь, что говорит. И вот Верховный Господь говорит о Бхагавад Дхарме. Когда Капил Дев говорит, это тоже Бхагавад Дхарма. Когда Верховный Господь говорит Майтрея Муни и Удаве, это тоже Бхагавад Дхарма. Все, все прекрасно. Это единственный путь. Он настолько... И тогда очень просто, очень легко. Все невежественные люди, они тоже могут получить милость Кришны и Шри Чайтанья Махапрабху. И даже Харидас Такур и другие преданные обнял сам Махапрабху. Но времени мало, я хочу говорить дольше, но не у всех терпение есть. Я могу говорить 10 часов непрерывно. Но... И вот во Вриндаване на Джанмаштами Харикатха была с... С 5 до 12. Но не у всех терпение есть, не все могут слушать и принять. И вот таким образом, смотрите. Удватманава унусриту сабава Каруты яд яд сакалам парасмай Нараяните самарпайетат What's speaking? И что говорится? Каена вача манаса индрия ирва Удватманава унусриту сабава Каруты яд яд сакалам парасмай Нараяните самарпайетат И вот если вы примете прибежище у Бхагавад Дхарма, то вы никогда не падете. Если вы примете Бхагавад Дхарму, то вы никогда не падете. Это невозможно. Если вообще какие-то ошибки, если у вас есть, но если у вас есть полное самопредание, то Кришна поможет вам исправить какие-то ошибки, недостатки.
Бхагавад-дхарма – это определение краткое Бхагавад-дхармы. И вот Ямарадж уже сказал. Гуйям, Бишудьям, Дурвадьям, Ягьятта Амритам Масвате. I told you. Cannot remember? Гуйям. Гухьям – это самое сокровенное из сокровенного. Вишудам. Из чистейшего, великолепнейшего. Дурвадьям. Оно трудно. Typical, you cannot understand. Достижимое, очень трудно достижимое, вы не можете понять, что это. Если вы хотите получить настоящее значение Бхагавад-дхармы, вы должны приблизиться к Бхакти Бхагавате, кто преданный Бхагавата, поскольку только Бхакти Бхагавата, Граджа, но Буддхя, но Чатикая. So by То есть бхакти можно понять, получить только по милости Махабхагавата Вайшнавов. И тогда все значение этих комментариев Бхагавад-катхи откроется нам. Вот когда Шрила Бхактивинода Тхакура говорил Бхагавад-катху около 100 лет назад. И вот где-то происходило Свананда Сукада Кунджа на Годруме. Evening time, 4 o'clock. Вечером в 4 часа. И Гоукисавадас Бабаджи Махарадж иногда приходил и слушал Бхагавад-катху. И иногда Кришнадас Бабаджи Махарадж, больше никого не было. Смотрите, сам Шрила Бхактивинода Тхакура говорил Харикатху, и никого не было, только там один-два человека приходило. And speaking in front of Krishna Bhajan, sometime another, you know, Gokisar Bhajan will come. That Bhaktivinoda Thakur speaking Harikatha in front of thousands of people. Бхактивинода Тхакур говорил Харикатху раньше тысячи людей в университетах, в разных лекториях и прочих местах, поскольку Шрила Бхактивинода Тхакур, он был первым. Кто начал говорить Бхагавад-катху, читание вани на различных языках, на урду, на бенгале, на хинди, на английском, на арийском, на санскрите, он мог прекрасно говорить на таком прекрасном английском, что даже сейчас мы не можем найти такого красивого английского. Modern English we cannot expect nowadays. How possible? Да, сейчас такое красивого языка нету. Это было 120 лет назад. Он на санскрите говорил очень, как сказать, ну как на родном, на урду, на фарси, Bengali, Hindi, any language. На бенгале, на хинди, на любом языке. Still, you know that Bhaktivinoda Thakur. После того, как он принял Парамахамса Веш, Бабаджи Веш, он все время был Парамахамсой, просто в конце жизни принял этот уклад жизни официально и повторял Харинам, читал Бхагаватам. Свананда Сукханда Кунджа 1899 году. И потом он построил вот это здание Свананда Сукханда Кунджа. И мы очень удачливы. Я уже сказал, Годрум – это Нандаграм. Ритудвип – это Радакунда, где Двиджаванинат. Это там Радакунда, в том месте. И таким образом мы очень удачливы, мы находимся во Вриндаване всегда. И вот у царь, если ты примешь всем своим сердцем эту Бхагавад-дхарму, то никогда ты не падешь. Например, вы получили какое-то благо, но Бхагавад-дхарма останется с вами навсегда. Any kind of teaching, любое учение,
physics, chemistry, mathematics, ну, в смысле, какую-то материальную науку вы узнали, какое-то образование получили, но в следующей жизни вы все забудете, вам заново придется все изучать. Но Бхагавад-дхарму, если вы услышали в этой жизни и возвысились до какого-то уровня, например, вы не достигли успеха на 100%, то в следующей жизни Кришна даст вам возможность начать с того конкретного места. Вы оставили свое тело вот в процессе изучения Бхагавад-дхармы, умерли, и в следующей жизни начните с той конкретной точки, до которой вы дошли. Никогда вы не падете, нет никакой возможности пасть в Бхагавад-дхарме. Если такая возможность, нет. Нет такого. Но аппаратхи, вот тут советуют, что из-за аппаратхи, но из-за оскорбления, это буквально покрытие, но вопрос возникает о Вритрасуре. Вритрасур, он так или иначе, он что-то похожее на аппаратху совершил. Он перед был, а если по-настоящему оскорбление совершается, то есть как можно аппарат от неаппаратхи отличить, поскольку он уже был совершенен, ложного эго у него не было. С читракетру он был, уже получил полную милость Ананта Дева. И вот Нарада и Ангира, он получил милость, и не было ложного эго в нем, и так или иначе, Сиддханта такова, по желанию Кришны, описывается в комментариях, слушайте, чтобы все понять. И вот там сокровенная Сиддханта такова, что по желанию Господа Кришны, Читракету Раджа, он был вынужден сказать так. И естественно, он был проклят за это. И как теперь можно наоборот сказать, что уже мы видели, что он совершил оскорбление? Нет. Те, кто комментирует, они говорят, вы не знаете признаки, если он совершил бы какое-то оскорбление аппарату, то как он мог говорить Бхагавад-дхарму Индре на самом поле боя, если у него отрублены две руки, кровью он истекает, и какова же Сиддханта в этом? По желанию Кришны, он говорил так, как Парикшит Махарадж, он не находился под влиянием майи, поскольку на какое-то время Парикшит Махарадж он попал в такое состояние, что потерял свое терпение, повесил змею на шею этому муни и был проклят, и это все под влиянием йога майя происходит. И также я пример привел, что если кто-то совершает какое-то оскорбление, значит, ваша душа падает, вы можете потерять сознание. Понимаете, как я могу узнать, что вы совершили оскорбление? Если день за днем вы теряете ваше сознание, то будьте уверены, это оскорбление. Сознание полное, то это не оскорбление. То есть, если мы отрубили руки и ноги, он еще и при этом Индре дает такие великолепные наставления, как это возможно? Невозможно, то есть он не совершал оскорбления. И если вернуться к Джада Бхарати, то есть можно привести, сказать пример, что Бхарат Махарадж совершал ошибку и пал в итоге, можно так подумать. Если характера Вритрасура не было бы такого невеликолепного характера, то как бы могли узнать, что это было желание Кришны, чтобы это все так произошло? Он сделал это для того, чтобы доказать, что мы никогда нельзя уничтожить моего преданного, его нельзя убить. И вот в случае с Джада Бхарати, он не совершал таких оскорблений, но так или иначе, под влиянием материального, он потерял, так сказать, тот уровень, на котором был, но
Также говорится, когда Бхарат Махарадж на пути Баджа достиг Бхакти, перед тем, как он спас олененка, он совершал Баджан на берегу реки Гандаки, повторял Гайтри и прочее. Я уже говорил, он думал о Верховном Господе, и слезы катились у него из глаз, и он обрел прямо. И как же можно подумать, что он это потерял? Вот, Шукдев Госвами. As we can find some kasai with Balaji Maharaj. Kasai такой есть. But not. Eva, he wanted to take care of Buddha. То есть он хотел позаботиться о Будда, о другом живом существе. То есть он свое сознание перенес на него. Но это опять же по желанию Кришны произошло. Not he fall down. То есть это не его падение, а то, что Кришна так захотел, а для того, чтобы доказать, что мой преданный никогда не погибнет. Даже если бы он упал, то так, когда возможно, что будучи в теле оленя, он помнил все. In this deer form, he took birth as deer. То есть, если бы он пал, то он, родившись оленем, не помнил бы свою духовную практику. It is written, in this deer birth also he can remember everything, what bhajan he has done, past and everything. He can remember, I have done mistake. How possible? Realization, consciousness fully there. Осознание, сознание, оно полностью находится в этой живатме, даже в форме. Оленя, Бхарат Махарадж родился как олень и пошел на эту реку Гандаки. И вот он был Бхарат Махарадж и оставил тело в Гандаки. Она настолько чиста во всем мире. Это единственная река, где шлагамы сказать, появляются, Кали-Гандаки. Это единственная река во всем Вселенной. Только там шалграммы можно находить. И вот Верховный Господь хотел доказать, что мой преданный никогда не погибнет. Смотрите. И как же такое полное сознание было в теле этого олененка? И когда он умер, он начал плакать, что «О Господь, я совершил ошибку». То есть према бхакти, но осталось в сердце, оно не уничтожено, не пропало. И в следующей жизни Джада Бхарат, он уже не общался абсолютно ни с кем, поскольку я вот в прошлой жизни общался и получил такой результат. И вот совершал он баджан свой. Но Гаудия Сиддханта в том, что мы не можем избежать тебя, мы не можем. On the contrary, I can see everything in relation to Krishna. I can see you all in relation to Radharani. Мы должны видеть в связи с Кришной, в связи с Радхарани. Я не могу совершать ошибок. То есть, если женщина какая-то приходит, это глупо, как сказать, ее это, как сказать, игнорировать. То есть, вы должны видеть все в связи с Кришной. Если по милости Гурудева вы знаете такую технику, вы больше не будете видеть мужчин или женщин, будете видеть Кришну, что Он пребывает в каждом сердце. И это такая техника. И вот по милости Кришны, Бхарат Махарадж, он совершил ошибку по желанию Кришны и страдал от этого. Но все же все знание в предыдущей жизни осталось. Bharat Maharaj, even after that, you know, dear baby, I took birth, everything in total. И вот полностью он все помнил. And he remembered everything about. И он помнил все о. You know, I was doing bhajan this way. То, как он совершал bhajan, Gajendra также. Gajendra could remember. I was doing bhajan this way. Он мог вспомнить свою прошлую жизнь. How possible? И как это возможно тогда?
Если большое оскорбление тяжелое, то тогда вы можете пасть, и ваше сознание может быть покрыто Майей. Это главный признак. Будьте внимательны. Смотрите за собой. Ваше сознание увеличивается или падает. Если ваше сознание развивается, вы видите шастру Сиддханту Бхагавату, подобно бриллианту, оно постепенно открывается вам с разных углов зрения. Точек зрения. Мадхвачарья написал так, Рагав, Сурья и прочие, они пишут чуть-чуть по-другому. Мадхвачарья по своему, Вишванатхакаваты по своему описывает, кто нет. Сиддхасаи Гасвамипад тоже пишет. И это все совершенно. Вот есть 18 комментариев, как минимум, и все они. Есть 18 комментариев к Шримад Бхагаватам. А сколько комментариев Гиты? Может быть больше тысячи, но, конечно, не но из этих не все авторитетные. Если какой-то Махатма Ганди хочет написать что-то, комментарий на Бхагавад-гиту, кто это читать будет? Глупые люди всякие. Они не знают. И разные комментарии в Гите можно найти. Рада Кришна, он работал президентом Индии, он тоже написал комментарий, но мы не заинтересованы. Мы не будем их оскорблять, но у нас гораздо более глубокий комментарий есть. Гораздо более глубокий. Пытайтесь понять правильно. Например, какой-то. Человек с полиции. There's some secret service coming. Он приходит. To know all about in details about. К нему приходит запрос узнать все о вас. Secret service coming. Такое от этого. Сети типа этого КГБ. They are coming. They like to take. И вот они приходят к вам и собирают информацию о вас, чем вы тут занимаетесь, то есть все пятое, десятое, что он может сделать. Этот человек, он сначала придет к вам в гражданской одежде. Свай Махарадж тоже занимался. Он в простой одежде ходил продавать эти Гаудия Патрики по всяким этим чайным лавкам в Дели. Можно изменить. Но иногда кто-то там оскорблял его, кто-то еще что-то. Почему? Поскольку все ленивые люди приходят. Поскольку это, всякие такие чайные лавки, там можно люди собираются, он делать больше нечего, они обсуждают всякие новости, все, что в стране происходит, если пойти, можно наслушаться всего, что происходит в стране. День и ночь они эти новости обсуждают, но смотрите, если вы работаете в каком-то детективном агентстве, можете узнать о них много чего интересного. И вдруг они вроде как бы говорят всякую мелочь, но можно познакомиться и что-то узнать о человеке конкретно. Then that detective department taking information when nobody there, going approaching father and mother to make some friendship and discussing. This way, finally, they can catch them. И вот, но в итоге они так могут разузнать и поймать этого человека, но чтобы. You will have to make friendship with his wife.
Оно, ну, вообще, в смысле, что чем больше вы хотите узнать о человеке, тем больше должны познакомиться с его более близкими спутниками. Например, сосед может одно сказать, какой-то прохожий другое, друзья третье, родители четвертое, но жена, она может больше всех рассказать об этом человеке. И также комментарии к священным писаниям. То есть, если какие-то посторонние люди, типа всяких прохожих президентов могут одно написать, но мы хотим слышать комментарии от самых дорогих спутников Верховного Господа, как Шрила Бхактивинода Тхакур и Махапрабху и его окружение. Who is writing, you know, Vedanta Sutra? If he can make commentary, then it is authentic. We can understand. Махапрабху говорил, что he already making formula. То есть те, кто тот, кто написал Веданта Сутру, если он напишет комментарий к этой сутре, это будет совершенно. If that man who is making the sutra, if he can speak out, yes, Chaitanya Mahaprabhu giving the same example. И вот Чайтанья Махапрабху такой же пример приводит. Если Госвами написал так много сутр, Веданта сутр и прочее, если Ясадев написал сам, что он хочет сказать? Он может сказать, То есть те, кто пишут сутры, если они хотят, это сутры, они подобны формулам, таким сжатым, как сказать, сжатому смыслу. So it's not possible for you to understand. So Gita, there can be thousands of comments. И также Гита может иметь тысячу комментариев, но нам авторитетные комментарии нужны. Мы хотим слушать от великих преданных, от Шрилы Бхактивинода Тхакура, который вечный спутник Шрилы Махапрабху, Радхарани, Камала Манджари, Лалита Сакья. Вот он говорит о себе так, Шрилы Бхактивинода Тхакура. Вот Лалита Сакхи, Айоги Кинкори, вот эти слова он говорит о себе, что я недостойная служанка Лалиты Сакхи. Я молю тебя, помоги мне. И вот он говорит о себе, как Камала Манджари, мы можем... Мы можем поверить Ананге Манджари, Рупа Манджари, Ананге Манджари, Калстури Манджари и всему ближайшему окружению Кришне. Зачем мы должны верить каким-то политическим лидерам вроде Ганди? Что они вообще могут написать? Откуда они могут знать сокровенную суть Гиты? И это просто глупое общество. It is already written in 35 shloka, 34-35 I am reading, 2, number 2. То есть надо начать, ну, с того же момента, если вдруг умрете или еще что-то случится. И здесь говорится, если закроете глаза и победите, и куда-то пойдете, вы все равно не пойдете. Что это значит? Кави говорит, если ваши глаза закрыты, все равно вы не сможете упасть. Что это значит? Практическое какое значение? Это значит, если вы думаете о этих правилах, предписаниях социальных, о вашей телесной дарме, социальных обязанностях, каких-то предрассудков в обществе, если вы не хотите, не следуйте этим, то все равно вы не пойдете. Если у вас есть крепкое, не...
непоколебимая вера. И тогда, если вы закроете ваши глаза и можете идти с верой в Бхагавад-дхарму, несмотря на все препятствия на вашем пути, то вы все равно не пойдете и станете успешными. И нет вопроса никакого падения с пути. И Кави говорит, с вашим телом, умом, речью, все, что вы делаете все время, все дживатмы не совершают ошибки, не совершают грехи, как умом, телом и речью. А атма, душа, она, то есть оскорбление не с душой, а связанное вот разница между грехом и оскорблением, то есть папам и аппаратами. Из-за каких-то грехов вы можете силу вашу потерять. Ну, силу, ну, в смысле, как сказать, наказанным можете быть чем-то. Это связано с материальным миром. А аппаратха связана с духовным таким тонким миром. Даже неосознанно, если вы совершили какую-то аппаратху, то вы будете наказаны. Но грех, он душу как бы не затрагивает. То есть там в Кали-югу особо наказания нет за него. И здесь говорится телом, речью и умом. Все, что бы вы ни делали, ваши преданные, они совершают баджан, думают о Кришне, говорят о Кришне. Нараяните самарпаетва, каену вача манаса, бальче, манасиндиоива. Каен мане ментали, эй, анбодли. Каена значит умом, речью, манасе, умом, органами чувств, разумом. Ну, осознанно или неосознанно, согласно вашим прежним привычкам, как Вишвана Чакравати говорит, те, кто мои безраздельные преданные, Ананья Бхакта, в Гите, Бхагаван, значит, Ананья Бхакта, значит, тот, кто поклоняется только Кришне, на Анья. Только единственного Кришны. И вот Ананья Бхакта, может быть, в предыдущей жизни он занимался каким-то криминалом, но так или иначе совершил какую-то ошибку в этой жизни тоже, какое-то действие плохое, то нельзя их ненавидеть. И поэтому говорится, Ананья Бхакта, Ананья Бхакта, те, кто совершает баджан, очень таким только мне, никаким полубогам, они могут какую-то ошибку совершить в своей жизни, но я исправлю их. У вас нет права критиковать их, находить какие-то недостатки, ошибки в таких безраздельных моих преданных. Какие-то анартхи могут быть в их жизни, под их влиянием они могут совершить какие-то ошибки. Шрила Бхактивинода Тхакура приводит пример. Вишвана Чакравати Пад тоже. Он не привык такие ошибки совершать, но случайно совершил за прошлой жизни из-за этого силы инерции, например, вы выключили вентилятор, выключили, но он вращается все равно. Это инерция называется, как-то так по-английски. То есть уже выключили, он уже там, мотор уже не двигает этот вентилятор, но по инерции он двигается, и потом он остановится.
И также после, то есть мы не можем надеяться, что выключили вентилятор, он моментально становится, то есть его ум полностью свободен от греха, но из-за его тела, из-за его анартх, он привлечен женщинами, например, то как это возможно? Но так или иначе, из-за своих предыдущих привычек, то Кришна берет ответственность за себя на это. Не за всех, смотрите. А кто Кришна? Тот за своих безраздельных преданных, которые совершают баджан. О, Кришна, я совершил ошибку, прости меня. Я могу пример привести из Чайтанья Чаритамриты, из Бхагавата, из других писаний. Тот преданный и Кришна, он спасет его. Может, из-за предыдущих привычек это случилось, и завтра я более подробно расскажу. What question? Hear me first. Not going to Chaitanya Bhagavata Chaitanya Chaitanya. First, I suggest you go to Chaitanya Bhagavata Chaitanya. Ответ на вопрос: сначала нужно изучать Чайтанья Бхагавату, Чайтанья Чаритамриту, и там говорится, когда Валлабхачарья пришел и хотел, был очень горд, что Шримати Шридас Госвамипада не такой, какой следует, я за свой напишу, и Махапрабху очень разгневался и сказал, что ты не принимаешь то, что написал тот комментарий Шридаса Госвами. И вот он сказал такую пословицу, что жена, которая не чтит своего мужа, она подобна проститутке. То есть они такие проститутки, не следуют воле своего мужа. И так и ты. И ты напиши комментарий под руководством Шридас Госвами, иначе никто не может принять тебя. И после этого Валлабхачарья новый комментарий написал, и после этого, это исправленный комментарий, он написал под руководством Шридас Госвамипада. То есть Шридас Госвамипад, его никто никогда не оскорблял. Дживапад, Рупапад, Вишванатха Чакравати, кто? Нет. Никто никогда не оскорблял Шридас Госвамипада. То есть они слышали, медитировали над этим, и это открывалось им в медитации, но если оскорбить его, это плохо. Подобно Шичитане Чайтамрите снова и снова, Кришнадас Кавираш Госвами говорит со сложными ладонями, смиренно. Чтобы описать лилу Шичитане, Шичитанья Вьясадев, он Вриндаван Дас Такур. А кто я? И то, что Вриндаван Дас Такур оставил нам, я просто это как бы пережевываю, а вы обретаете, получаете вкус от этого, и это все трансцендентно. Все в том мире, они смиренные. Кришнадас Кавираш Госвами никогда так не, как сказать, не говорил, что вот я вот возьму и напишу. Он говорил, он всего лишь смиренно говорил: «О, Вриндаван Дас Такур, если я совершил какие-то оскорбления твоим лотосным стопам, то прости меня, я не пишу от себя, а то, что я обрел по твоей милости, я это описываю». То все преданные должны иметь такую смиренную, как сказать, смиренное состояние смирения, иначе они не смогут говорить харикатху. Это не шутки. Перед тем, как совершать киртан харикатху, вы должны быть более смиренны, чем травинка. И хотя Кесав Госвами Махарадж говорит очень жестко, и что нет, ты надо как бы, но нет, он есть. То есть если такие ачарьи ведут себя грубо, то это не значит, что у них нет, ты надо пи. Они действуют так, чтобы исправить вас, чтобы помочь вам. Почему Вриндаван Дас Такур говорит?
что я так много привожу примеров, если вы не верите, то я просто ударю вас по голове своей ногой. И многие говорят, где же смирение у него, раз он такие слова говорит. Но у Вриндаван-даса Такура наивысшее смирение, кто сказал вам? У него так много тринадапи.